Всего 2 дня осталось до лета. К сожалению, погода в Новом Уренгое пока не радует теплом. Холодный ветер, минусовая температура и временами даже идет снег. Настроение в такую ненастную пору, мягко говоря, нерадостное. Сама недавно вернулась из отпуска и очень была удивлена снова увидеть снег. Как восстановить себя после затяжной зимы? За рекомендациями мы обратились к специалистам. Во-первых, правильный, хороший сон. Он должен присутствовать обязательно. Равномерное распределение нагрузки, то есть труд и отдых. Я понимаю, не очень позволит сейчас где-то по улице как-то сильно гулять пешком и так далее, да? Но если тепло одеться, было бы неплохо это делать. А если вы находитесь где-то в помещении и длительно проводите время на работе, должен гореть свет, должно быть светло. То есть вот это вот полутемное помещение, да, еще и на улице так полутемно, это все будет очень негативно сказываться на настроение. Ну, вначале начнем с витаминов, да, витамины группы В, витамины D, вот, те, которые поддерживают наш организм в тонусе. Встречи с друзьями, какие-то игры, например, там, игра в мафию, какие-то, что еще, квизы очень популярны здесь. Весной, именно вот в мае, можно сделать, например, генеральную уборку, очистить свой дом или рабочее место, там, где человек больше всего проводит свое время, очистит от хлама. Также, допустим, человека подбадривает изменение гардероба, внесение каких-то ярких цветов. Я не обращаю внимания на погоду, потому что мы живем на крайнем севере, это нужно учитывать. Во-первых, некогда, мы много работаем. А во-вторых, ну просто, понимаете, если на все вот это вот обращать внимание, просто, ну, будет очень грустно. Дети – это большая радость. Это то, что поднимает настроение, призывает к жизни, к радости. Играем дома, гуляем на площадке, радуемся успехам, что дочка пошла. Не знаю, семья, любовь. Вот так и радуемся. Как говорится в известной песне, у природы нет плохой погоды. Всякая погода – благодать. Улыбайтесь, общайтесь, занимайтесь творчеством и спортом, и тогда любой холод вам будет нипочем. Дарья Леонтьева, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».